Всем привет! Сегодня у нас 2 апреля. В теплицу мы переехали 30 марта. И посмотрите, как за 3 дня выросли мои огурцы. Прям просятся уже в землю. Вот что значит тепло и много света. Поэтому сегодня мы будем их сажать. 7 штук я их посадила именно для ранних огурчиков. И вот эта грядка. Мы сейчас ее подготавливаем уже под посадку. Муж сейчас вот делает своим приспособлением лунки. В прошлом сезоне я показывала уже это приспособление его. Очень удобно, под стакан, не надо копать. Если кто не видел, вот посмотрите. Вот поближе покажу. Видите, какие хорошие лунки получаются. Сделано это приспособление из пластиковой вот трубы. Насколько она там? 100 миллиметров. 100 миллиметров. И вот так внутрь поставил просто рычаг. Просверлил вот такие дырочки. И рычаг ставил туда для удобного, чтобы посильнее можно было в землю вталкивать. Эта грядка у нас теплая. Как мы ее готовили осенью, я показывала. Если кому интересно, ссылочку я поставлю. Но если у кого есть свежий навоз, то, я думаю, такую грядку можно спокойно сделать и даже сейчас весной. Выкопать траншею и загрузить туда свежий навоз. Можно даже какие-то отходы из домашнего производства, как говорится, те же очистки добавить. Может быть, в погребе что-то испортилось, можно сюда покидать. И будет теплая грядка, пролить ее горячей водой, и она начнет работать. Ну все, сейчас несем кипяток и заливаем эту грядку. Вторую грядку я оставляю про запас, потому что когда начнут сильно разрастаться перцы и помидоры, места будет мало. И я вот поэтому в этом году решила эту грядку засадить огурцами попозже. Потому что большое количество огурцов, конечно, весной не надо, только на еду. Вот. А место для расстановки вот стаканов хочу себе здесь сохранить. И вот, пожалуйста. Польем не всю грядку, а именно там, где вот именно траншея теплой грядки находится. Ну, естественно, и лунки. Все зальем сейчас кипятком. Оставим это все на полденечка. А уже к вечеру я высажу сюда огурцы. Прям кипяток льем. Чтобы грядка навозная начала работать. Все-таки внизу еще земля не настолько прогрелась. Поэтому дадим возможности грядке начать работать. В помощь на этой грядке у нас еще стоят вот такие вентиляторы. Об этой теплице я тоже уже рассказывала в прошлом сезоне. Если кому интересно, можно посмотреть. Ссылочку тоже кину. Вот, а так она вот, если кратко, она так работает. Вот там вверху выходит труба. Прям под потолок. Вот ее немножко не видно, но она прям под потолком. И вентилятором забирается оттуда воздух. И гонится под землей теплый воздух вентилятором. Вот сюда вот так на выход. Огурцы в стаканах я поливала 2 дня назад. Вчера даже не поливала, чтобы ком был пожестче. Когда вытрясать огурцы со стакана, чтобы ком не развалился. Но огурцы очень не любят, когда оголяются у них корни. Земелька наша вот просохла немножко, остыла. И мы будем сейчас наши огурчики сюда отправлять. Я сажаю в грязь, как я уже говорила и не раз. Берем стакан, аккуратно переворачиваем. Прям делаем вот так грязь. Я так сажаю. Когда огурчик молоденький, такой стволик, поджимать под стволик ни в коем случае нельзя. Чуть-чуть прижмем, и огурец упадет. Но вокруг вот так поджать его можно. Тут все посажен. И следующий. Сейчас, когда мы пришли сюда в теплицу, я перенесла все. Я огурцы немного подсыпала. Поэтому сейчас я их вот углублять особо не буду. Посажу так, как вот сейчас они углубленные.
Опа. Сверху сухую желательно землю подсыпать. Внутри мокро, сверху суховатенько. Чуть-чуть поджимаем. Все вот как он был, практически так я его и оставляю. Начнут корешочки появляться, тогда еще подсыпем. В этом году решила посадить я поменьше огурцов. В прошлом году было 18, в этом году хочу посадить 14. Как-то мы не съедаем. Не знаешь, куда их потом девать. Вот решила посадить пореже. Будет ухаживать, наверное, полегче, потому что будут между собой расстояние побольше. После посадки огурчики очень такие травмируемые. Постараться, чтобы не было на них сквозняка и, конечно же, прямого солнца. Мы, как всегда, все здесь тканью затенили. Растите огурчики. Ждем урожая. На сегодня все. Всем пока-пока.